Ракетными войсками артиллерии поражены 6 пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, 4 батареи РСЗО ВМ-21 «Град» и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементьевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровская Харьковской области. Ukraina semakin menggila menghancurkan pemukiman warga di kota Kherson. Dilansir Telegram Kementerian Pertahanan Rusia, Selasa 18 Mei 2022, disebutkan bahwa pasukan nasionalis Ukraina meluncurkan roket Smerch menyerang daerah pemukiman di kota Kherson, di mana juru bicara militer Rusia Igor Konashenkov menegaskan bahwa di daerah tersebut tidak ada unit pasukan Rusia, di mana kejadian tersebut terjadi pada pukul 10 hingga 11, di mana beberapa sistem peluncuran roket Smerch menyerang daerah pemukiman di kota Kherson. Beruntungnya sistem pertahanan udara Rusia berhasil mencegah semua 10 roket Ukraina tersebut. Sistem pertahanan udara Rusia di atas pemukiman Pitomnik, Izium, Snevkovka, Olkovkatka, Deventievka, Ruska Lozovaya, Bolsye Prokhody, dan Petrivka di wilayah Kharkov, Staromiklakovka, Novotamarovka, Novotriskoye, Neverskoye, Sportlovo dari Republik, dan 23 Avdevka dari Republik Rakyat Rusia dihancurkan. Kendaraan udara tak berawak Ukraina. Juga di daerah Chernobaevka di wilayah Kherson, 8 roket Smerch MLRS dicegat. Secara total, sejak awal operasi militer khusus yang berikut ini telah dihancurkan. 168 pesawat, 125 helikopter, 912 kendaraan udara tak berawak, 309 sistem rudal anti pesawat, 3.134 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 385 peluncur roket ganda, 1.542 artileri lapangan dan senjata mortir, serta 2.983 unit kendaraan militer khusus. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Оперативно-тактической и армейской авиации поражены 9 пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, а также 3 склада боеприпасов в районе Глупарева и Шевченкова Николаевской области. Ракетными войсками и артиллерии поражены 6 пунктов управления, 224 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 12 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, 4 батареи РСЗО ВМ-21 «Град» и 2 радиолокационные станции обнаружения воздушных целей. Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементьевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровская Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкая, Невельская, Свердлова, Авдеевка и Владимирка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также в районе Чернобаевки Херсонской области перехвачены 8 реактивных снарядов РСЗО «Смерч». Вчера с 10 утра до 11 украинскими националистами из реактивных систем залпового огня «Смерч» нанесен удар по жилым кварталам города Херсон. Российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены все 10 украинских реактивных снарядов. Хочу подчеркнуть, что подразделений российских войск в городе Херсон нет. Об этом киевскому режиму хорошо известно. Удар умышленно наносился по мирному населению Херсона в отместку за поддержку Российской Федерации.